Следственный комитет закончил проверку в отношении водителя маршрутки, который якобы провез 7 лишних остановок школьника, забывшего проездной. Напомним, инцидент произошел 15 декабря. 10-летний ребенок, сев в автобус, обнаружил, что не взял транспортную карту и попросил водителя высадить его. Но тот, по словам мальчика, или не услышал, или неправильно понял, но сказал «нет». В итоге школьник проехал свою остановку и пошел обратно пешком. О происшествии сообщила мама ребенка в соцсетях, после чего Следственный комитет организовал проверку. В ходе проведения процессуальной проверки сведения, указанные в статье, не подтвердились. По результатам доследственной проверки возбуждение уголовного дела отказано в связи с отсутствием признаков преступления, связанных с незаконным лишением свободы несовершеннолетнего.